просто вчера ушел на пенсию. Проработал 52 года под возглавил группу галочек, воспитав колоссальных музыкантов. Но это только не один пример. Есть еще люди, которые сейчас работают в течение 50 лет. На время, конечно, все в оркестре большом, все бывает всякие. Но у нас как бы семейный оркестр. У нас семья такая большая, испытывает каждый друг другу, испытывает любовь. Это самое